Я еще раз повторю те слова, которые сказал, значит, еще в Италии, о том, что я ни в коем случае не рассматриваю никакие варианты на сегодняшний момент. У меня стоит задача, значит, попасть на чемпионат Европы с национальной командой, значит, и с этим коллективом, значит, выступить хорошо. Поэтому для меня это приоритет, значит, и ничего другого я не рассматриваю и в ближайшее время рассматривать не собираюсь. Значит, у меня есть действующий контракт с Федерацией футбола. Значит, он заканчивается после чемпионата Европы. Значит, и я собираюсь доработать его до конца и сделать это добросовестно. Потому что я верю, что мы создаем хорошую команду. И у нас есть хороший шанс попасть на чемпионат Европы. І тому ми всі для цього працюємо. Я що хотів сказати. Отже, головне, 8 жовтня 2019 року в етері «Мова футболу» ми почули, до кінця 2020 року, до завершення каденції чемпіонату Європи, Андрій Шевченко – виключно головний тренер національної збірної. Однозначно. Багато дуже питань прийшло, коли ми анонсували нашу програму, від наших слухачів. І, ну, щоб завершити вже тему будь-яких змін на тренерській цій стезі, чи планує Андрій Шевченко після Євро-2012 змінити прописку на клубну і очолити якусь європейський топ-клуб? Я думаю, нет смысла об этом сейчас говорить. Значит, еще раз, у меня есть моя работа, которую я собираюсь довести до конца. А будущее, значит, мы уже посмотрим.